кончиками пальцев, ставите на нижнюю челюсть и немного надавливаете. Как бы делаю встряску. Фиксирую где-то 3 секунды. Снова. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И основанием ладони буду делать круговые движения. Раз, два, три. Прием стаккато. И там, где проходит венозный отток, открываются каналы. Как бы даем встряску мягким тканям. Над подключицей нажимаю помпажными движениями и возвращаюсь вверх. Доброго всем дня! С вами Айгерим Жумадилова, специально для канала ProBeautyKZ. По вашим многочисленным просьбам сегодня снимаем противоотечный массаж лица, шеи, либо можно назвать лимфодренажный массаж. Моя модель Айнура сегодня. Если разобрать по типу старения, Айнура относится к деформационно-отечному типу старения. Как правило, деформационно-отечный тип старения по телосложению, они бывают нормостеники либо гиперстеники. Что это значит? Отекает нижняя конечность, верхняя конечность. На лице проявляются такие проблемные зоны, как брыли, носогубные складки, нависшие века. И с возрастом начинает пропадать овал лица. В таком случае, что нас спасет? Я бы сделала лимфодренажный массаж для того, чтобы снять отечность. Мы предварительно очистили кожу лица, шеи, декольте. Так, мы берем масло. Масло берите немного, чтобы не пролить на все тело. Потихоньку наносим массажными движениями на зону декольте. Обратите внимание, у нас здесь находится над- и подключичная зона, там, где у нас собирается лимфа и отсюда протекает вниз грудной проток. Наша задача здесь открыть магистральные сосуды. Поэтому движения мы делаем круговые. Вы можете кончиками пальцев делать от центра, от грудной мускулатуры. Потихоньку движетесь в сторону подмышечных впадин и сливаете. Движение повторяете 5-10 раз. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Затем прорабатываем надподключичную зону. Именно здесь у нас находятся лимфатические сосуды. Обратите внимание, я обязательно посередине оставляю вот ключицу и по ключице немножко помпажными движениями я нажимаю и опять сливаю. Повторяем и соединяем. Повторяем все и соединяем. Я могу от начала до конца еще раз продемонстрировать. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8. Над подключичную зону прорабатываем дополнительно. Почему прорабатываем над подключичную зону? Потому что именно здесь у нас находятся лимфатические сосуды, которые отвечают за кровоснабжение головы и мозга. Дальше я перехожу на шейный отдел. Перед нанесением масла обязательно капните пару капель и разотрите ладони, чтобы разогреть. Потихоньку наносим на боковую поверхность.
Я соединяю надподключичные зоны. Таким образом, я выполняю лимфодренаж. Обратите внимание, здесь я беру треугольник. Форма треугольника – это кивательная мышца. Вдоль кивательной мышцы я потихоньку круговыми движениями спускаюсь вниз. Над подключицей нажимаю помпажными движениями и возвращаюсь вверх. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Возвращаюсь назад. Почему я делаю эту технику? Потому что, чтобы снять отечность и приподнять нижнюю треть лица, обязательно нужно проработать шейный отдел. Как я уже ранее говорила, это и боковая поверхность, и передняя поверхность. Если получится, то исходное положение вашего пациента поменяйте, чтобы она легла животом вниз, и проработайте заднюю поверхность шеи вместе с трапецией. Еще раз синхронно повторяю, немножко удлиняю шею и прорабатываю под нижнечелюстное пространство. Почему? Потому что под нижнечелюстное пространство – это та зона, где собирается излишняя жидкость, отечность, и отеки со временем превращаются в фиброзную жесткую ткань. Поэтому я буду прорабатывать под нижнюю челюсть. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И сливаю за кивательные мышцы и вниз. Еще раз повторяю. Когда вы прорабатываете под нижнечелюстное пространство, кончиками пальцев ставите на нижнюю челюсть, раз, и немного надавливаете. Раз, два, три. И замочкой уха можно немножко растереть. И вниз спустить. Затем мне хочется фиксировать и дополнительно сделать похлопывающее движение. Опять используем кончик пальцев. И когда вы будете это движение, у вас звук должен быть таким. Итак, я начинаю. Как бы делаю встряску. Повторяем 10 раз. От центра к мочке уха. Это движение очень хорошо для нижнего подбородка, для вала лица и у кого опущение
уголков рта. Фиксирую это движение поглаживанием. И соединяю дренажом. Потихоньку я буду выше и выше до скуловой зоны подниматься. Снова мы работаем пальчиками, но здесь мы будем использовать фаланги наших пальцев. Этот прием очень хорошо для тех, у кого уже появляются провисания. Раз, два, три, четыре. Можно технику чуть-чуть поменять и подключить большой палец. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, до десяти. Теперь мы будем работать на лице. Лимфодренаж на лице выполняется как? Здесь нужно обязательно следовать по тем линиям, где у нас проходят лимфатические сосуды. Это от венозного оттока, который вдоль носа, вдоль носогубных складок, движется на край нижней челюсти. То есть все наши движения также от центра будет двигаться к периферии и вниз сливать будем. Итак, начали. Я нанесу еще раз масло. Хочу разогреть немножко, растереть. У вас руки должны быть горячие. Под скуловой зоны, начиная вдоль носогубных складок, я буду делать круговые движения. Под скуловой зоной. Раз, два, три, четыре. Можно повторить на 2-3 подхода. И фиксируем дополнительно. И вниз спускаем. Здесь я бы хотела акцентировать внимание на нижней челюсти и соединить со скуловой зоной. Как я делаю? Здесь я буду использовать основание ладони. Тоже могу растереть немного. И основанием ладони буду делать круговые движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, 2 подхода. Фиксируем, сливаем. Фиксируем. Сливаем. Когда мы делаем лимфодренажный массаж, носогубную складку проработать нужно дополнительно, обязательно. Почему? Потому что здесь у нас появляется борозда, которая портит нам внешний вид. Из-за этого в лимфодренажном массаже можно применить пару техник из миофасциального массажа.
что я сейчас буду делать? Я буду в зоне носовой мышцы, немного продавливающим движением, буду отводить место крепления мышц, которая поднимает верхнюю губу. Именно вот здесь. Я буду ее двигать в сторону. В сторону. Итак, начинаю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это очень хорошо улучшает отток жидкости. И там, где проходит венозный отток, открываются каналы. Так дополнительно прорабатываю еще на два подхода. Я придерживаю носик чуть-чуть. И с этой стороны. Чуть-чуть надавливаю. Но при этом пациенту должно быть комфортно. И все синхронно сливаю вниз. Обратите внимание, перед тем, как подниматься на верхнюю треть лица, это зона круговой мышцы глаз, зона лба, я обязательно проработала и открыла скуловую зону. И на скуловой зоне, как завершающее движение, хочу повторить то же движение, которое я сделала на нижней челюсти. Повторяем. Их будет два. Как бы даем встряску мягким тканям. Это движение я могу повторить с правой стороны и с левой стороны отдельно. Пару движений я буду делать с классического массажа, прием стаккато. С одной стороны, эта техника тонизирует щечную мышцу и середину скуловой зоны, вот здесь именно, мышцу смеха и щечную мышцу. Фиксирую. И что самое важное, здесь у нас находятся лимфатические станции. По ним я буду сливать стаккато, поглаживание хорошее, с овалом вместе беру. И слив. Повторяю те же движения с левой стороны. Данный прием массажа нужно выполнить обязательно. Он улучшает микроциркуляцию, а также кровообращение. То есть восстанавливает кровеносную функцию мышц. Это очень важно,
чтобы у нас осуществилось правильный лимфодренаж для того, чтобы снять отек. Итак, я поворачиваю голову в исходное положение, возвращаем. Теперь мне очень важно проработать в зону вокруг глаз. В зоне вокруг глаз при деформационно-отечном виде старения чаще всего встречаются такие анатомические проблемные зоны. Это верхняя часть века, то есть нависающая века. Приступаем к круговой мышце глаз. Здесь обязательно нужно проработать внутреннюю поверхность круговой мышцы глаз. Там, где соединяется верхняя и нижняя века. Растираем. Соединяемся с скуловой зоной. Еще раз растираем и соединяем с надбровной зоной. И сливаем. Я сейчас снова буду возвращаться к зоне вокруг глаз, поэтому я хочу чуть-чуть проработать мышцы гордецов, то есть там, где у нас заламывается и появляются глубокие морщины. Так, дополнительно. Здесь используем снова подушечки пальцев. Ставим подушечки пальцев и растираем мышцы гордецов, а также корругаторы. И это движение от центра уводим к периферии, к височной зоне. Раз, два, три. 4, 5, 6. Синхронно делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Обратите внимание, я здесь прорабатываю зону, там, где у нас появляются гусиные лапки. Морщины. В зоне вокруг глаз. Обязательно фиксируем. И вдоль виска по бокам сливаем. Такой лимфодренажный массаж очень хорошо работает на нейрорецепторном уровне, то есть воздействуем на психоэмоциональное состояние и на центральную нервную систему. То есть человек отдыхает. Следующее движение. Я бы немножко точечно прошлась бы в зоне круговой мышцы глаз. Начиная от зоны бровей, вот там, где крепятся мышцы, корругаторы, да? Мышцы, сморщивающие бровь. Мышцы гордецов, вот эту зону. Я нажимаю, фиксирую где-то 3 секунды. Снова. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И увожу. И снова. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. И увожу в сторону. Фиксирую. Дополнительно хочу сделать пару техник из скульптурирующего массажа. Это у нас проработка зоны лба. Смотрите, здесь разрешение пациента. Я могу вот это движение, вот этот прием массажа довести не только до зоны роста волос, но я могу еще дальше зайти в сухожильный шлем головы. То есть до макушки я хочу проработать. Так, начинаем. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Почему сухожильный шлем головы? Потому что у нас лобная мышца имеет два брюшка. Лобная и затылочная. А лобная мышца у нас начинается от надбровной кости и
уходит даже до макушки. Дальше у нас есть сухожилия. Поэтому, чтобы эти зоны у нас не склеивались, они слипаются, склеиваются тогда, когда у нас нарушается психоэмоциональное состояние, когда сосудистая недостаточность, мышечная недостаточность, нервное перенапряжение. Все это влияет на наш внешний вид. Поэтому наряду с лимфодренажным массажем подходите к своему здоровью комплексно. Обязательно с лимфодренажным массажем поделать нужно массаж всего тела, чтобы застой жидкости у вас не было в организме. Спорт и гимнастику никто не отменял. После процедуры пациента отправим в душ, чтобы смыть полностью волосы. Поэтому я буду смело делать массаж виска и вообще массаж головы. Поворачиваю голову в одну сторону. И буду охватывать затылочную зону и доводить вот такие вот спиралевидные движения до макушки. Как часто нужно делать лимфодренажный массаж? Лимфодренажный массаж при необходимости можно делать каждый день, но предпочтительно 2-3 раза в неделю. Если вы занимаетесь самомассажем, лимфодренажный массаж, который включает зону декольте, шея, лицо вместе с сухожильным шлемом, можно делать по утрам, либо по вечерам. Тоже можно, почему бы и да. Так, сухожильный шлем головы, височную зону проработали. Зону затылочную тоже до макушки проработали. Обязательно потяните ушки. И возвращаем в исходное положение голову. В завершение можно сделать еще пару приемов ребром кисти. Начинаем от овала лица. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Фиксируем и сливаем жидкость. Массаж занимает от 30 до 45 минут. Обязательно смываете масло с лица и наносите тоник, чтобы тонизировать кожу. Можно отшелушивающий энзимный пилинг сделать и в завершении нанести SPF-крем и в летний, и в зимний период. На этом мы массаж завершаем. С вами была Айгерим Жумадилова, и хочу напомнить, что я запустила онлайн-курс по скульптурно-глубокотканному массажу, который состоит из двух частей, где я более подробно описываю каждую технику массажа. Он подходит как и для начинающих мастеров, так и мастеров-профессионалов. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях.
Подписывайтесь на канал ProBeauty.kz. Вас ждет очень много интересного. Спасибо за внимание.